Всем привет! И сейчас я иду в стоматологию. А расскажи, что случилось, почему мы туда идем? Потому что у меня очень сильно шатается зуб, но он никак не может выпасть. У Ярославы растет уже сзади зуб, а эти передние два шатаются. Не может он выпасть, он у нее болит, поэтому мы едем к доктору. Да. Покажи, какие у тебя сейчас зубки. Пока есть зубки у нас все. Ну а сейчас посмотрим, какие мы выйдем из стоматологии. Да. Поехали. Тебе страшно? Так страшновато. Вот будет классно. Ярославе скоро 7 лет, и она без зубов. Да. Смешная будешь? Я буду свистеть. Ну, может быть, и будешь свистеть. Ребята, а вы нам напишите в комментариях, во сколько лет у вас выпал первый зуб. Мне очень интересно. Ну вот мы уже и пришли. Давай последняя улыбочка, фото на память. Какая красивая. Не бойся, все будет хорошо. Какие глазки. Да что ты за... Какие глазки. Давай, ровно садись. Ложись. Сюда прислоняйся. Открывай хорошо глазки. Яблочки не кушаешь, да? Нет. Почему? Морковку не грызешь, яблочки не кушаешь. Кушаю морковку. Морковку кушаешь? Только тертую. Нет, тертую нельзя, надо хрустеть. Все, Ярослава уже у нас без зубика сидит. Ну, сейчас ее гораздо. Смотри, сейчас есть меня зовет Сумширая. Сейчас еще и диплом выпишу к тебе. Молодец, Ярослава. Ватилечка. Вместо ватки, вместо зубика теперь у нас ватка. Покажи, где твой зубик. Где? Вот в такой вот баночке зубик отдали Ярославу. Молодец, герой. А вот там диплом нашей Ярославы. За смелость, за храбрость, за удаление зубика. Класс. Спасибо. Давай, пойдем. Мы уже вышли из стоматологии. Ярослава получила диплом за смелость. А также ей отдали зубик. Вот такой вот манюсенький зубик у нее был. Смотрите. Убери его обратно в баночку, а потом мы его отдадим зубной фее. А она за это тебе принесет какой-то подарок. И вот такая у меня теперь голливудская улыбка. Классная. Кому нравится улыбка Ярославы, обязательно поставь лайк. А также лайк за смелость. Ну а ты расскажи, больно тебе было? Так себе. Немножко? Теперь мы пойдем в номер отдохнем, а потом вечером поедем кататься на набережную на велосипеде. Я хочу там покататься. Поедем. Ну все, пойдем. Пошли. Крепыш. Оп, самокат. Мы уже в номере. Ярослава сейчас рисует. Покажи ребятам, что ты рисуешь. Я рисую кроликов из Happy Meal. Красавчики. Вот еще одни, которые я уже разрисовала. Это уже все, они сделаны. Все кролики. Уже готово, да? Да. Угу. Это беленький, это серенький, это коричневый. Умница. А ты покажешь ребятам, каких ты новых куколок нарисовала в своем блокноте? Да, покажу. Я, правда, не помню, на какой мы кукле остановились, мы же уже показывали. Ну, давай последние покажем куклы. Последние? Ну да, которые ты последние рисовала. Вот эту вот и самую последнюю рисовала. Вот, смотрите, какую куколку она нарисовала. И еще здесь есть у тебя. А вот эти куколки Ярослава рисовала вместе со своим другом. Смотрите, какие красивые. Он ей помогал. Он просто очень красиво рисует. Ну, это он сам сделал. Да, это... А вот это вот я с ним сделала. Да, Вова рисовал, помогал Ярославе, показывал, как нужно правильно делать. Курточку. Раскрашивать, как нужно правильно. Красивая очень кукла.
Сейчас я вам еще что-то покажу. Это Китс-Кук. Еще нарисовала вот такого вот котенка. Китс-Кук. Да, и назвала его Китс-Кук. Как два канала. Мне кажется, он какой-то страшненький. Почему? Хороший, серенький котик коричневый с черным. И сейчас я буду вот эту вот куколку рисовать. Я могу сейчас нарисовать, ребята, и показать вам. Давай, рисуй и покажешь. Так. Пока мисс видно только силуэт куколки. На улице сейчас очень жарко, поэтому мы подождем, когда солнышко спрячется, и потом будем гулять на улице. Еще одна улыбочка. И... А Ярослава никак не может на себя насмотреться. Какая она беззубая. А еще, конечно, не может дождаться, когда к ней придет зубная фея. А, кстати, ребята, а что вам зубная фея приносила? Напишите мне в комментариях, мне очень интересно. Вот, я уже сделала. Вот это вот будут штаны, а вот это вот будет футболка. Ярослава решила перерисовать со своего спортивного костюма. Посмотрим, ты доделаешь все до конца, да, потом нам покажешь, хорошо? Да. Вот такая вот у меня куколка, которую я назвала Анжела. Молодец, я заказала спортивный костюм, Ярослава его и нарисовала. Умница. Спасибо. По дороге на набережную мы зашли к моему крестному в гости. И он мне дал вот такой вот лего. Крестный Ярославе за зубик подарил подарок. Набор лего. Я себе уже его собрала. Ты нам покажешь, что у тебя тут в наборе в этом есть? Да. Сейчас я его поверну к тебе. Вот это вот девочка. И у нее есть тут питомец. Вот это главная героиня, ее зовут Мия, а это ее питомец, морской котик. А вот это вот чёвн. Есть в наборе еще вот такая вот лодка, да, весла, видите? Ребята, в общем, мы думаем, что это серфинг-клуб на пляже. Если мы не правы, напишите нам в комментариях. Вы знаете, ребята, что тут есть ролики, ласты, бутылочка, какая-то там штучка и очки водолазные, и вот эта вот смотрелка. Ну, здесь есть еще, во-первых, вот такой вот лежак, есть еще пальмы, вот видите, разные листочки. Магазин у нас открывается, это ж магазин, правильно? Да. А в магазине уже все это продается, что ты рассказала. Повернешь, покажешь с той стороны? Поверни. Здесь еще есть вот душ, кстати. Горячая, холодная вода, можно после моря искупнуться. А вот этот магазин. Вот касса. Здесь вот ласты продаются. И вот такая витрина, на которой продаются очки разных цветов, бинокль. В общем, у нас крестный. Такая преждевременная фея зубная. Да. Ранняя. Интересно, а правда, что мне зубная фея подарит? Ну, а это ребята узнают в следующей серии. Да. Ну что, готово? Теперь поехали на набережную? Поехали! Мы уже пришли на набережную, и я буду кататься на велосипедной дорожке. На шагающих путях быть похожи не хотят, быть похожи не хотят, не зря, не зря. Можно хвостик отряхнуть и пуститься в дальний путь, и пуститься в дальний путь, крича, кря, кря. И природа хороша, и погода хороша, нет, не зря поет душа, не зря, не зря. Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот, от путя не остаешь. Очень кря, классно здесь кататься. Тут такая ровная дорога. Здесь очень прочно, очень тихо. Не зря, не зря.
Ярослава уже переехала с велодорожки на беговую дорожку и здесь решила покататься. Как тебе нравится здесь кататься? Да. А где тебе лучше ездить, на велодорожке или на беговой? Конечно же, на велодорожке. А почему? Потому что она очень гладкая. А я еду с зайчиком. Вот он у меня какой красавчик. Зайчика Ярослава возит в корзинке. Посмотрите, как она его одела. Сегодня он в такой одежде у нас. Тоже в одежде Бэби Борна. Мам, а можно я пойду на детскую площадку? Можно, поехали. Если хочешь, заезжай на детскую площадку. Ярослава решила покататься на мега-быстрой качели-крутилке. Только, наверное, в разные стороны катайтесь, чтобы голова не закружилась. А тебе на какой качели больше нравится кататься, на этой или на крутилке? На двух. На двух? Да. Ты сильно не раскачивайся, пожалуйста. Я нормально раскачиваюсь. А то улетишь в море. Я понимаю, что ты умеешь плавать, но не надо. Я уже накаталась на велосипеде, а теперь буду ехать домой. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока.